По-моему, это стрёмно. О, спрыгнуть. Давай, прыгай в натуре. Хопа. А, вот для чего тут двойной подъем. Давай еще прыгай. Опа, красавчик. Так. Погнали. Давай, погнали, говорю. Спрыги, в смысле, иди, иди, иди. Блин, ну чё сказать? Надо идти в пещеру. Она сказала пройти ее до конца. Как я пройду ее до конца, если там закрыто? Она же сказала. Ключ еще где-то надо достать какой-то. Блин, ну неужели нельзя побыстрее спрыгнуть? Ладно, ну хотя бы... Вот, вот, вот знаете, и в играх нельзя доработать физику вот чисто до идеала, потому что, ёпт, просто это что такое? Потому что... потому что это было бы слишком... Это, наверное... А, холодный туман. Это было бы слишком очень медленно все и глупо, и не нужно. You know, I don't know. Just used to spend a lot of time with our dog Mayhem. Mayhem? What kind of name is that? He was a German Shepherd, big as a truck. So why not call him Chevy? Well, we. Подожди, а может он сказала? There was some graffiti on a trash can and it said. Выйти вот сюда и пройти на север. На север это куда? А, ну куда куда я в тот раз не пошел, кстати. Обходи, обходить быстрее. Так. Ну что, мы тут спустимся? Ну, наверное. О. Что, заскриптовано? Приветик. Перебить. Слушать. Перебей, блин. I said I could. Wait, are you talking about me? No. Hey, sorry about that. Anyway, I thought about it. And бред какой-то гребаный. Sorry, but you said we? You owned him with someone? Так, ну тут везде туман какой-то. Говорите Джули, спросите о звонке. Чё я бред несёте какой-то? Не хочу я болтать ни с кем. Звони, если что понадобится. Да, я уже спустился в эту гребаную долину. И мне ничего вроде не надо. Погнали тогда побыстрее. Поднимаемся повыше. Вот эти поломанные деревья, они, по-моему, здесь уже были. Это что такое? Ёлка, я думаю, кактус, что ли? Красавцы, красавцы, конечно же. Так, ну что мы тут имеем? Мы имеем какое-то, что это такое? Табличка. И вон там какое-то строение небольшое. Так что, вышка Торафер. А вот, смотрите, медвежий клык. 5, 8 и 6. Так, а чё нам? Подожди, а нам как сообщить-то? Нельзя, что ли, ничего сообщить ей? Походу нет. Но он сказал на север идти. Сейчас посмотрим, что... О, подожди ты. Вот, может, что-то было сообщить, да? Ну ладно. Вот, столб. I can see the wire you're talking about. It looks like it's in good shape from here. We'll follow it up to the top of the trail if you can. You can head back as soon as you give me the all clear. Got it. Что-то надо делать, да? So we really can't reach anyone any other way than these wires? Мы не можем ни с кем связаться. Ситуация звучит опасно. Так. Не понял, что ей надо. Блин, что, опять что ли что-то тебе надо? А, стоп. Че, его починить надо или что? Я не понял, что надо делать. Где тут задание? Я не помню. Старый... Не, не надо сообщить о туалете. Да. Так, ну чё, куда мне идти-то? Что-то я не въехал. Проверить к северу эту щель. Ну, север это вот там. Туда нам, походу. Ну, посмотрим. Я на что-то сказал по проводу, что ли, идти, я не понял. По-моему, я куда-то не... Старая... Хижина на вершине холма. Hello? Алло. Окей, then. Пачки, это опасно становится. Хоррор.
Давай. О, нет, она открыта. А, тут ни хрена нет, ну ладно. Тогда все зачетно. Это картина в интернете такая, по-моему. Firewatch. Во, вот зачет, вот так прям скриншотить. И все, это флэт. Так. Гитара, ну нахрен, давай, выбрасывай. Горевшая кровать. Спуститься нельзя, что ли? Ладно, может, что-то и был тут цены, но я, наверное, как всегда, пропустил. А выйти нельзя, да? Ну ладно. Так, ну беги тогда, чё? Чё ты тут стоишь? Быстрей. Хоть тут можно срезать. Я уж думал, совсем все одинаково. Слушай, а если про сортир сообщить, она услышит? Hey, I found a structure that might have been an outhouse once, I think. Whoa, you don't need my permission to go to the bathroom, but, you know, use вот я и тоже говорю, нахрен об этом сообщать. I mean, I'm in the right area. I do believe. The comms wire runs for quite a ways. Follow it all the way to the top of Beartooth Point, and if it's not damaged, you can loop around back home. Проще обойти. Прям медвежий клык, она говорит. Слушайте, а может мне вот вдоль этого провода идти? Хрен знает. Я не очень понимаю задание, которое мне дают. Мне бы чисто карту и... Да, у меня есть карта, но... А, слушайте, да. Я, наверное, все-таки правильно иду. Хуанхэ его знает. Вон там что-то, смотрите, желтое. Это гребаная, наверное, табличка. Давай. Блин, еще назад переть. Не, ну, в принципе, это нормально. А, это ящик. Сейчас посмотрим, что за ящик там. Что в ящике, поэтому, точнее, я знаю, что это. Ага, фиг заберешься еще к нему. Не, ну, в принципе, я бы забрался. Если бы не этот дебилоид, который... Ой, ладно, не важно. Тут есть тропинка. Сейчас мы посмотрим, что там у нас. Что за сюрприз подготовил. Там что-то нет, там вроде ничего нету. Посмотрим, давай. Мне кажется, однажды не подойдет кот. Однажды. Но это ящик говно, его расфигачить, он с горы кинуть и все. Давай. Нарисуй. Не знаю, зачем это надо. Шишка, шишка, доска. Так, шишка. Рассмотреть. Давай, просматривай. Доска вот тут какая-то. Опа. Что-то тут есть. Подожди, вот ну-ка. Шить такое. Выкинуть. Ну, наверное, ничего интересного больше. И что, мне назад, что ли, переть теперь? Спускаться. А может тут забраться? Ну ладно, пошли вниз. Бегом только, бегом. Все надо делать быстрым шагом. Очень быстрым в натуре. На карте отображены эти ящики, по-моему. Так, а прыгать здесь нельзя. Либо можно, но я не знаю, пробел. Фиг его знает. Так, что это тут у нас такое? Guess what? What is it? There's a bunch of empty cans up here. Same as before. Yep. These fucking kids. Чертовы дети. Why do you think they'd be up here? Hell if I know, but they better have stayed away from our communication stuff. Высоко. Well, I hopped down a drop, and now I can't climb. Ты лох, потому что вот ты не можешь подняться. That is a pickle. Я бы забрался легко, наверное. Не, ну здесь-то нет. Ну тут что, нельзя, что ли, забраться? Well, можно было про столб сообщить. Давай! Нельзя. Ну что, я правильно иду в натуре? Сколько там еще? Фигачить мне. Ой, я просто не то. Давай по-бырому еще. Сохраниловка-то была в натуре, я не видел что-то. Ну что, столб. Да, провод здесь. Хорошо, видел девочек? Они что-нибудь испортили, я поищу. Сберись, балбес, что ты... Так, конец провода. Берись и задницу себе засовывай. Такой будет... Такой будет адреналин. Ну и чё? Hey, so the wire is definitely down out here. I just found it. Yeah, the
thing is, it doesn't look like the wind. It looks like it was. Похоже, его перерезали. Он не из-за ветра сломался, понимаете? The moment you said you found their trash. These idiots are gonna pay. Do they realize this is how people die? Из-за этого могут погибнуть люди. Не дай бог, в этот момент начнется пожар. Что ты собираешься делать? Я хочу, чтобы ты их нашел. О, смотрите, вот там что-то наверху далеко, видите? Поделись. Я пришел сюда за глотком свежего воздуха и приключениями. Так что там у тебя? Думаю, я просто хочу, чтобы ты нашел их и испугал до смерти. Ага. Я бы сделал страшный костюм призрака, но у меня украли белье. Хм, не знаю, подожди, пока они уйдут, а потом разгром их лагерь, что, потом разгромим. Я найду их, он говорит. Спасибо. Но мне нужно повысить зарплату, не надейся. Я бы вернулся к вышке, поискала что-то. Ну... Они фанатики Red, что-то там, отлично. Попробуй найти путь, по которому они ушли отсюда. Может быть, они обогнули место с другой стороны. Сомневаюсь, что они будут там же, где и вчера. Но они точно не могли уйти далеко. Ты видишь улики? Мне очень нравится твоя тяга. Our minds collective, but no clues. I can't see anything from here. Чё вышка? А, вышка Делайлы. Ну, не знаю. Так, ну и чё мне делать? Куда мне идти-то? По следам, что ли? Блин, офигеть, сколько надо было выжрать банок? А, банку взять можно. Они прям ход с собой оставили. Это же игра, а чё тут? Может быть, по этим штукам надо идти, по этим баночкам. Спрыгнуть. Ну, по-любому надо спрыгивать. Только поактивнее, дружище, в натуре. Пивная баночка опять. Сейчас найдем и вы! Что я сказал? Узнаем, я хотел сказать. Что, наверх, что ли? Не, подожди, я здесь, типа, спрыгнуть должен был. А, ну они, то есть... на всех тропинках раскидали пивные банки, чтобы я лучше, чтобы я их вычислил, наверное. Так, а что здесь? А здесь ни хрена нет. Ну, тут потому что одна дорога. Реально, я не знаю, я туда иду. Короче, тут куда-то надо идти все время, я так понял. Если есть дорожки, значит нам туда. Так, припасы, 7 километров, ни хрена. И куда мне, блин? Слушай, ёпрасытые. Она же мне сказала вроде домой сходить, нет? Что мне делать? Найти подростков. Куда я вообще ушел? Что это такое красное? Блин, ну куда мне идти-то? Ох ты, ёлка. Надеюсь, сейчас что-нибудь встречу по рации. Никак. Почему нет такого? Повтори еще раз. Что тут написано? Почему нет такого... диалога, ну, возможность сказать, типа, повтори еще разок. Чё? 1, 2, 3, 4. Давай. Чё это такое? Закрыть. ну, ладно, допустим. Что бы мне сделать? Походу, без толку я тут хожу. Слушайте, реально, а что это тут? Нет дороги, что ли, больше? Ну и что мне делать-то? Назад, что ли, идти? Я не помню. Почему нет такой возможности попросить... Да давай, что ты делаешь? Назад вернуться. Ой, попросить... прочитать мне еще раз задание. Скажи мне... Да блин, вышка. Я опять, что ли, на нее направился? О! Канатная дорожка. Hey, I'm out at a ravine. What's this thing that spans across it? That is how you get to my sector. No kidding. Well, let me hike over. Well, it's locked up and mainly for emergencies. I've never actually used it. Rangers use it from time to time, but that's it.
Help! Oh, God, it's an emergency! Oh, really? Yeah, I got eyes on a tornado! I gotta get out of here! A tornado in the heart of the Rockies? Yes! Holy moly, I need to call this in! Tom, Two Forks sees a tornado! He says he needs an evac into my sector. It's a meteorological impossibility? There haven't been tornadoes in the greater Yellowstone region in 100 million years? You're gonna need him to stay and take a detailed personal account, even if it means giving his life? Okay, I'll tell him. Sorry, Hank. No dice. Man. Ну так что делать-то? Ваши шутки не проканают. Я не понял, куда мне переть. Давайте сходим налево, короче. Но я думаю, что это может сработать, но вряд ли. Неужели мне придется переть назад? Слушайте, но смотрите, если она сказала... я не помню, что там произошло. Как он сказал, что назад он все равно уже не выберется из-за того, что... Ну, во-первых, он спрыгнул уже много раз. Но первый раз, когда он спрыгнул, он сказал, что я не смогу подняться. Мне кажется... О, смотрите. There's an abandoned pack out here. And it's not one of the teens? No, it looks like it was lost a long time ago. Well, you could always pilfer it for supplies. Чё, взять, что ли, его? Смахнуть. Тут туристический коврик. Это аппарат, который стирает память. О, фотография, как его можно посмотреть? Ладно. Well, I am flush with ropes now. That pack was full of them, in decent condition too. А, вот как мы спуститься мы смогли. Leave them hooked up, I think. Oh, get this, this pack came with one of those cardboard single-use cameras. With pictures left? Yeah, he only used three or four. Neato. Thank you, Brian Goodwin. Wait, who? The bag had the name Brian Goodwin sewn into the top. Huh. Wow. Do you know him? Yeah, I just haven't heard that name in a few years. Brian Goodwin написан был. What, was he a fella you had a thing with? Yeah, it was so hot and heavy. Of course, Brian Goodwin was 12 years old, so, you know, our love could never really be understood. Ugh. I'm kidding. Not about him being an actual 12-year-old. That part's true. He was stationed in Two Forks, your lookout, with his dad Ned 3 summers ago. Личный паренек, говорит. Great kid. Сколько у нас таких веревок-то? No. You know, I'm not a stickler for rules. They took off halfway through the summer. Просто я слушаю, что она говорит про этого Брайана Гудвина или как его там. Блин, я не успел даже прочитать, я даже не знаю, чего мне спросить. Ладно, срать, что он там говорит. Нам нужен ящик с припасами. Развлекайся с камерой. Там 17 кадров осталось, 17 раз можно сфотографировать, так что пока поэкономим. Я себя сфотографировал еще, кстати говоря. Поменялый коготь. Could be the same person who left that antler. Maybe they're leaving me an entire creature, piece by piece. Ну и куда идти? Смотрите, это что, дым, что ли, там? I see a really thin plume of smoke. Yeah, I see it too. A thin plume like this is either a new fire or a campfire. Campfire? You think it's them? I reckon so. It looks like it's to the southwest. Они заманивают меня, чтобы изнасиловать девчонки. Найти источник дыма. А там еще направо дорога была. Will do. Дебилоид, блин, спрыгнуть что, не мог, что ли? Давай. Через кусты. Слушайте, а что это тут, буря, что ли, прошлась или что? Ой, елки-палки, что такое? Jack off his ass and out to repair that wire. Excuse me, flapjack? You know, like a loser, a chotch. I really don't, but I do now. Well,
Well, the next time you're at a bar and some banker steps on your foot so he can order his crappy martini, you've got ну что же, давайте не будем обращать на их бредни. Эй, Крендель, почему бы тебе не закончить, пока я не вышвырнул твою морду на помойку? Это прекрасно, походу, она сказала. Так. Что это было? Это ловушка, по-любому. А они хотят заманить меня туда. И избавиться от нас. Пробел спрыгнуть. Давай, жарабас. Ральф, чисто вообще. Так ты разбил сердце? У нас хранилка прошла. She's sick, and I shouldn't be here, but I am. I'm sorry, Henry. What is it? We'll get into it. Okay. Расскажу позже. Хорошо, но пока ты здесь, здесь хорошо. А уходы. Yeah, sure. Look, I gotta go do a thing, but I'll have a radio. Okay, call me if you need to. Звони, если что, он говорит. Ну блин, ну можно же, да, карабкаться наверх. То есть неужели нам придется возвращаться? Wow, I'm on top of a natural bridge out here. Really? Is it a complete arch? No, I guess the bridge is out here. Still, I think I could jump this gap to get across the canyon. Я уже перепрыгнул. Oh yeah, через эту ущелье мы можем здесь забраться. Погнали. Давай, детка, покажи мне страсть свою природе к камням, как ты любишь лазить. Так, куда-то я не туда забрел, надо было вот сюда идти. А, нет, туда, просто сократил путь. Опять лезть, да что такое? Ну, просто долго он лезет. Ну, хотя не очень, но всегда думаешь, нажать пробел, блин, сейчас еще эта хрень заскриптованная будет, когда он будет лезть. А, по этой тропинки. Че, мне тут что-ли залазить? Нет. Вот здесь пройдем. Под этой замечательной кустовой аркой. Что-то расчистить не могу. Ну, ладно. А, спрыгнуть можно. И зачем сообщать обо всем подряд? Вот мне интересно даже, что он ей скажет. Заблокированный кустик. Ну блин, ну заберись ты. Че только что было написано? Блин, что за музыка заиграла? Гитара какая-то. Че, ничего нет, что ли? А, стоп. Можно карту. Не, нельзя. Так, ну чё, тонкий столб дыма, это я знаю. Туда, значит, я его даже не вижу, честно. А, вон он, все, вижу. Долго, однако, я думал, он ближе, за этой горой, а мы за гору эту уже зашли. Все равно он еще есть. Так, хорошо. А, вот он, все, вот за этим холмиком. Какой-то червяк, глист просто. Столб. Я, кстати, сначала даже не понял, что это, когда он только одну часть его увидел, вот если вот так вот. Я думал, что это такое? Он обычно должен как-то виться, не знаю. Че? Мы снова встретились в Довите. Do I seriously have to? To get down to Five Mile Creek? Yeah, afraid so. It's quite не a ways понял. Downhill from here. А, слушайте, это что, тот самый спуск, которого я сорвался? Да ладно. Че, я круг, что ли, намотал? Получается, здесь где-то моя вышка. Че тут болтает тебя вообще дико? А я не понял, веревки, что ли, не хватило, или она оборвалась? Что произошло-то? Я не понял. Ну, сейчас явно все вроде нормально. А, подожди, это что, обдавитель? Так, сколько у тебя этих веревок-то? Да. На елки-палки. Слушайте, они же, это получается на то место, что ли? Да, это, наверное, то самое место. Вон рюкзак. Да. Слушайте, а как, куда же мне тогда сейчас идти? Если столб дыма здесь. Может быть, мне направо? Подожди, а вот тут что? Может быть, здесь как-то спрыгнуть? А, да, смотрите-ка, вот здесь.
Слушай, а раньше? А у меня, наверное, веревки не было раньше. Фиг знает. Фиг знает. Потому что я вот так подумал, если бы начать, ну, заново, вот если пройти ту миссию, попробовать сюда подойти, тут можно будет спуститься или нет? Ну, там озера больше дороги, наверное, не было никакой. Налево, налево, да, и назад можно возвращаться. Тут сохраниловка. А, Альцгеймера, понятно. Слабоумие, ой. Сколько ей было? She's alive. She's with her family in Melbourne, Australia. She's 43. Fuck. Yeah. What was it like when you guys found out? We were scared shitless. We went straight to the doctor after her first spell or whatever. They diagnosed her and we were both just very scared. Can't really tell when Julia is scared. She just gets quiet. She was very quiet. Ух ты, много чего, смотри. How many hikers go missing in the Shoshone? Общая информация. Лесной службы, он не знаком с местностью. Около озера видели его. More than none, unfortunately. Most of them being in this area, the thoroughfare, because it's so remote. Why? I found an old flyer for a missing hiker. It just got me thinking, that's all. Like how you said one day you were talking to the Goodwins, and then the next you weren't. Ned Goodwin didn't get mauled by a bear and stuck in a river. На Неда Гудвина не напал медведь, но он не застрял во враге. Он просто был говнюком с ПТСР, который потащил своего сына на эту работу. You really didn't like that guy, did you? Так, куда мне идти дальше-то? I honestly, I just had a hard time talking to him. Сюда, I mean, наверное. There are lookouts who seriously won't shut up. Пышные леса. А, да, я тоже заметил, что тут лес. And then there are those who just want to be left alone. He was the latter. Boy, for as dry as it is this summer, there's an area down here that's lush. Oh, you must be talking about the Aspen Grove down there. По-моему, это березовый. Ну да, осина вообще. Those trees are actually one root organism. Did you know that? I didn't. А я знал. Так. Даже после пожара могут выжить. Где дым-то этот? По карте? Что? А как она узнала? Подожди. It's a really nice waterfall down here. Given those girls love a skinny dipping, I bet they're nearby. Блин, красивый водопад. Ну что это такое? Ну ладно. Так, они, он сказал, красивый водопад. Где это? Где, кстати, дым? Так, а что тут нужно было что-то это самое рассказать о чем-то? Не знаю, может, и можно было. А, я, кстати, потерял дым, опять сохраниловка. Но если это, о, вот дым. Site and it looks like they've got a fire. Is it them? No, it seems like it. I swear they must have dragged four cases of beer out here. Track them down and don't let them see you. What a job this is. Ah, found my sheets. So they did break into your tower. Looks like. Что за подростковая зона? The teen zone. Oh, really? And where's that? It's the name of a magazine. О, for girls. Натушили. It's on the ground here. О, может быть, они там развлекаются? Our tent looks like it's been through the shredder. What could have done that? Like a bear or I don't know, it sounds crazy, but even a bull elk if it's off its rocker. Whatever did it, did not hold back. Записка. You've got that camera, right? It might be a good idea to get a few snaps. Сообщить о злой. Yeah, good thinking. Well, they're gone. Записки. Sure. How can you tell? The girls left someone, me, I guess, a note. Наверное, записка. А что за записка-то? Как прочитать? Чего, они вызывают полицию? Threatening to call the police because they think I attacked them. Oh my god, well, did you?
Don't be ridiculous. It's not ridiculous. I've known you, what, 24 hours? Maybe you're nuts. Look, I just came out here to sit in a tower, all right? Not get into some mess with a bunch of co-eds. It's fine. Пора трепаться, чуваки. They're gone? Yeah. Куда идти-то? You should see this place. It's just... It's weird. Weird stuff happens in the woods. It could be other campers. They could be having a bad mushroom trip. We really don't know. Ладно, погнали куда-нибудь, пока они тут болтают. А куда идти, тут горы? У меня на нет задания-то еще. Да, я вернулся реально назад. Не заметил даже. О, день третий. Ну, че ждем?